Всем привет! Помаши своего мешка. Привет! Сейчас Эльдарчик покажет и расскажет, какие у него есть служебные машины. Какая, сыночек, эта машина? Пожарная? Да. Она вот так умеет делать? Да. А покажешь, что она еще умеет? Что она еще умеет? Огонь тушить умеет? Да. Так нужно лить? И он будет тушиться? Да. А покажи, у нее фары светятся? Ух ты, фары светятся. Папа. И мигалка еще работает. Она не светится, но звуки, сирена работает. Вот это... Еще у Эльдарчика есть машина скорой помощи. О, да. Сломалась скорая помощь, да. Наша? Да. У нее сверху отвалилась мигалка чуть-чуть. Да. Потому что наша скорая помощь очень сильно торопилась, ехала на вызов. Да. А дверки у нее открываются? Да. Вот здесь открывается? Да, да. Здесь еще по бокам открывается. А-та-та. Туда тетя садится. Да. Угу. А за руль дядя водитель садится. Да. Угу. Так, а еще какая у тебя? Мне, мама, Пластырь мама наклеила на пальчик. Да, мне. Эльдарчик. Ура. Да, хорошо. А какая еще есть у Эльдарчика машинка? Еще есть полиция? А-та-та. Ну-ка покажи. А-та-та. Там тети и дяди есть, а да. Я поближе покажу. Вот такая у Эльдарчика полиция. Но у нее фары не светятся. Да. Только у пожарной светится. Да. Такая машинка на джип похожа. И в скорой фары не светится. Да. Только в пожарной. Вот так. Светится и такая сирена звучит. Да. Вот такие у Эльдарчика служебные машинки, которые помогают людям. Пожарная машинка тушит пожары. Скорая лечит. И полицейская тоже помогает. Если, например, что-то потеряешь, полиция поможет найти. Вот такие машинки. Сколько у тебя машинок? Три. Один, два, три. А сколько у тебя красных машинок? Красных. Покажи пальчиком, сколько красная машинка. Одна красная машинка. Одна. Мигалочка. А сколько у тебя белых машинок? Две белые машинки. Скорая и полицейская, они белые. Молодец. Баба-ма. Нету бабы-то. Баба-ма.